Привет, ребят. Готовим завтрак. Привет. Помощники. Да. Так, сейчас согреется сковородка. И будете разбивать только, чтобы шкурка туда не попала. Завтра папа все равно работает. Да, папа теперь каждый день работает. Тебе сегодня нужно расплести косички, помыть голову, потом заплету еще раз, поняла? Хорошо. Вот так. Потом так раскрываешь и все. Так? Угу. Вот. Теперь берешь, как будто бы ты раскрываешь. Его только надо это не сковородку. Нет, не в эту сторону, на себя. Раскрывай. Открывай. Во, видишь? И Филька пришел сразу. Вот. Супер. А подальше? Да. Да, 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 давай. Открывай. Опа. Сюда чуть-чуть, сюда чуть-чуть, сюда чуть-чуть. Так, хлебушек будем поджаривать или так оставим? Крыться можно немножко их крышкой прикрыть, чтобы быстрее приготовились. И убавим. Вот так. Все. Хлебушек поджарили в тостере. Такой вот. На, неси на стол. Мы тут вещи перебираем старые. И Каролина теперь носит. Ой. Вещи Ксюши и Маргариты. Кстати, кто помнит, вот эти вот Фила носила Ксюша. Салатовые, которые носила Маргарита, они еще и большеватые. Но вот эти уже как раз. Это Маргарита носила. Это тоже носила. Вот это любимые штанишки Ксюши. Все, они уже маленькие, теперь Каролина их носить будет. И шортики очень много, прям целые две сумки. Вот эти тебе нравятся? Ну ты померяй, ты эти не мерила. Прикольные, с лампасами. Вот, нормально, супер. Немножечко шнурки затянуть, завязать, и все, и классно. Вот эти вот Ксюша носила раньше Скетчерс, теперь Каролина. Ей как раз немножечко большевато, на пару сантиметров, но нормально. Длинные, да? Большеватые еще, на следующий год можно. Хочешь, можешь шапочку оранжевую у Маргариты спросить, ой, у Ксюши спроси. Билли Айлиш, оранжевая Ксюша! Шапка. Ты превратилась в Ксюшу, Каролина? Нет. Ну-ка, иди сюда. Ты прям... О, круто. Обалденно. Лео, Мира. Шапка какая-то? Да, шапка в цвет твоих ботинок. Иди у Ксюши спроси, можно тебе шапку или нет. Ты мне цветочек принесла? Спасибо. Они завянут сейчас, Каролина. Лучше потом, когда домой пойдем. Yeah. Они сейчас пока будут лежать, они завянут. Сейчас с Каролиной, с Максом будем делать подарок для бабули. Завтра у меня день рождения, 12 апреля. И сделаем сейчас какую-нибудь поделочку, да? Или открытку, или что-нибудь, да? Может быть, у вас есть идеи свои? У меня. Понял. Ну, ты же сделал уже, теперь переворачивай. И другой уголочек складывай. Тюльпанчик уже готов. Сейчас сделаем стебелек, листочки. Макс, уголочек должен быть здесь ровный, у тебя неровный. Чуть-чуть подальше, ты сильно близко делаешь. Подальше делай. У Макса сил не хватает, потому что бумага толстая. Она так ближе к картону, очень плотная. Все, почти получился у нас тюльпанчик, Макс. Дальше ты уже сам. Тюльпанчик Макс приклеил, теперь бабочек клеит. А бабочки какого цвета? Вот здесь вот еще есть бумага. Нет, я буду... А, тут только коричневая. От этого. Мало у нас бумаги, конечно. Я буду от этого. Выбора мало. Все, у Макса открыточка готова. Он даже на русском сам написал. Я ему помогала, конечно. Дай посмотрю. Вот так вот. Бабуля от Макса с днем рождения. Нравится на русском писать? Сложно? Так, у Каролины тут бабочки такие вот. Объемные. Еще тоже написать нужно. Все. Красненько. Еще раз будем. Так. Еще раз, так еще. О-о.
кажется, такое облегчение, когда расплетаешь их. Голова не болит? Нет. Я когда себе такие заплетаю, даже если просто две заплету, у меня потом аж кожа болит. Все, голову помоем, потом заплетем. Хорошо? Я тут решила фотографии старые перебрать. Нашла свои два диплома. Видите, один кыргызского образца и второй российский. Потому что училась я в Кыргызско-российском университете. Нашла фотографию своей мамы. Это моя мама. Тут она, наверное, какой класс? Может быть, первый? А, нет. Ну, да, 7 лет. Первый класс. 6 класс она заканчивала. Распечатала фотографию на память. И когда девчонки закончат 9 класс, тоже распечатают мой первый класс. Я такая рыжая здесь. Вот. Я первый класс, и мама первый класс. Это мой брат в первый класс. Пошел. Вот эти вот тоже фотографии Каролина увидела, сказала, что на меня очень похожа. Она думала, что это я. Это моя мама. Это тоже. Вот. Такую вот нашла фотографию Ксюши. Вот я была беременна Максом. Последняя моя беременность. Вот. Это, по-моему, уже, да, месяц 9, наверное, был. Уже последний месяц был. Это мы фотографировались, потому что уже думали, не успеем. Каролина. Ну, тут тоже почему-то в таком цвете. А вот такой вот портрет. Черно-белый. Голубоглазик маленький. Так, где ниточки продаются? Я приехала за нитками. Мне не хватает зеленых ниток. Прям чтобы был 100% хлопок. Вот он. Такой вот. Не-не-не, это не хлопок. Мне нужен хлопок. Такой. Это хлопок. Так, мы заехали бабуле за цветочками. Видите, стой, тут. Стой. Тут можно ходить. Тут цены. 60 центов, 90, 80 и 1,50. Пойдем. Есть нарциссы. Какие они красивые тут. Может, я нарциссиков? Только не топчи, не топчи. Осторожно. Пока не рви, не надо. Ножницы, ножичек взять. Возьми мне ножик. Там ножик висит. Пойдем, возьмем. Вот, можно взять ножичек. И потом монетки нужно вот сюда бросать. Эти вот закрытые, вот эти нужно. Настя, держи, снимай. Мы сейчас нарциссы и тюльпанчики сорвем. Три. Те открытые. Ага. Они уже все нехорошие. Потом 10 будет. Но они же отдельно будут стоять. Ага. Видишь, такие. Открытые. Они уже завтра откроются. Ага. Раз. А где другие? А, у Макса? Два. О, красиво. Вот одна. Вот. Четыре. Еще один. О, вот одна. Все. О. На, держи лучше цветочки. Да. В общем, у нас получилось 10 франков. 5. И 5. Даже получилось 9,90. 10 центов подарю. Все? Да, красота, да. Пошли. Решили приготовить печенье новому рецепту, который я нашла в интернете, овсяное печенье. У меня мука, бульонная мука, пшеничная, миндальная мука, хлопья и разрыхлитель. Все, теперь перемешиваем. Еще хочу шоколадную стружку сюда натереть. Так, все. Теперь катаем вот такие вот шарики, примерно 50 грамм каждый. Я взвешиваю. И вот так вот прям шариками кладем. Да, мы еще натерли шоколад. Штук у нас получилось. Я не стала много делать. Посмотрим, вдруг они невкусные будут. Ну, вроде как выглядит аппетитно. Так, 180. Ты уже съела там?
180 градусов духовка, греем и убираем на 20 минут. Готовятся они очень быстро. Я думаю, это вкусно. И потом, если они будут вкусные, я вам напишу Маргарита? Рецепт. Ксюша? Угу. Обрезала я ей джинсы вот тут вот снизу. Вот эти вот ниточки еще нужно подрезать. Все, вот так вот будет. Вот такие печеньки получились. Сейчас они остынут, но они мягкие. Видите, они не сухие. Мягенькие. И вот какие большие. Каленечка, подожди, пусть они полежат здесь. Печеньку попробовать. Вкусная? Кстати, получилось вкусно. Так что можно готовить побольше. Я в этот раз мало приготовила. Попробуй. А что Филька наблюдает за хомяком тут? Филя, ты наблюдаешь, как он бегает, да? Не боится. О, Филя. Филя, кто там? Хомяк? Тут можно, в общем, взяла я вот такие зеленые нитки, красные и белые. Они, кстати, толще, чем мои другие, по-моему, даже. Маргоша рисует бабушке картину. Акварелью. А какой у тебя цвет заканчивается? Синий? Черный? Ой, черный, синий, белый. Это другие не используешь? Зеленые. Использовала, просто не такой часто. Черный прям часто используешь? Картина с тюльпанами. Макс здесь сделал бумажный тюльпан. Все тюльпаны. Ты сказала тюльпан. Да. Покажу я, что сделала за эти дни, за неделю. В общем, я решила попробовать еще сделать такие вот грызунки. И ушко. Шелестит, шумит ушко одно, второе нет. И вот здесь вот тоже. Это деревянные шарики или силиконовые шарики. Вот такие вот голубые ушки, такие розовые, розовые ушки и желтые. Но вот здесь вот я хочу еще на кольцо что-то добавить, чтобы еще, может быть, еще ушки или, не знаю, в общем, что-то я добавлю на это колечко. Ксюнчик спит уже? Ксюнчик не спит еще? Да? Че не спишь? Спите. Ты обычно спишь в это время? Закончила. Ничего подписывать не будешь больше? Че? Подписывать не будешь больше? А что подписывать? Уже от тебя это. А как? От Маргоши не пиши. Какие-то дети. Видишь, он позирует тебя. Что, ребята? Сегодня буду заканчивать. Я засиделась, на время не смотрю. Время уже 2 часа ночи, и я еще не сплю. Всем пока. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем блоге.